Привет, с вами Сергей Овсянников, и этот ролик о том, как разнообразить свою пентатонику на грифе, как сделать ее более музыкальной, связной, менее штампованной, менее игре в одной позиции. Игра в одной позиции – это зло, это штампы и зажатия. Вот наша пентатоника ми минор, к примеру. Вот эта позиция, так называемая основная. Находим эти ноты по каждой струне, играя вдоль грифа. Ми, соль, ля, си, ре, ми, соль. И так по каждой струне. Просто поимпровизировать по каждой струне, нащупывая ноты. Это первый подготовительный этап, очень полезный. И дальше, когда вы играете немного в каждой позиции, задерживаясь, меняем позиции с помощью вот таких слайдов. Например, ми, ми. Ми. Ля, 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 соль, ми, ре, ре. То же самое, например, с ля-минорной пентатоникой. Вот наша основная позиция. Находим ноту ля на второй струне, на третьей, на четвертой. И делаем такие слайды. Ре, ре, до, до. Увидимся в следующем видео.